На сегодняшний день в Алтайском крае от коронавирусной инфекции прививается более 600 тысяч человек. Из них 130 тысяч получили первую прививку, остальные привиты полностью. Также повторную вакцинацию прошли 1126 человек. Но таких показателей для борьбы с COVID-19 явно недостаточно. Для того, чтобы минимизировать рост заболевших коронавирусом, в регионе должны привить около 1 миллиона и 100 тысяч человек. На данный момент привита лишь половина. И несмотря на легкое снижение темпов заражения, третья волна отступать пока не спешит. На сегодня она не закончилась, она имеет еще свое развитие. Поэтому я думаю, что уровень заболеваемости будет регистрироваться. Он будет еще в сентябре. Ну, посмотрим, как наши вакцинальные кампании сработают. И тогда уже по итогу, наверное, ориентировочно ноябрь-декабрь, нам будет хотя бы примерно понятно, куда мы идем. На сегодня пока еще ситуация сложная. Ситуация осложняется и тем, что с сентября ожидается всплеск сезонных заболеваний. Эпидемиологи опасаются, что наслоение одной инфекции на другую может привести к серьезным последствиям. Для того, чтобы снизить заболеваемость, у нас должна быть и стабилизировать цифры, не допустить взрывного характера развития именно эпидемической заболеваемости. Конечно, в данной ситуации единственным правильным, эффективно управляемым механизмом является только прививки. Ничего больше человечество еще не придумало. От гриппа планируют привить 1,5 миллиона жителей края. Вакцинировать начнут уже со следующей недели. По словам специалистов, выполнение прививочного плана – это единственный шанс на то, чтобы избежать плачевных последствий и снизить показатели прошлой осени. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.